Я очень надеюсь, что все успели поставить лайк, потому что мы начинаем наши смешные моменты с нашего нового Джон Сины. Вы видали, какой классный гаджет у Аль Примуса? Он реально как настоящий теперь рестлер. Я 100% уверен, что это баг, глюк или что-то в этом роде. Она должна была либо пропустить мяч, либо взять в руки. Как она отбила битый мяч? Собственная песенка. Ла-л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 а. Минус один, минус два. Трипл килл! Очень грустно. Ты играешь за Шельку, у тебя 18 банок. Дэрил, иди в жопу, что за подстава? Нет! Я просто в шоке с этого динамайка. Леон ушел в инвиз, и он все равно его вырубил. Просто разнос. Что? Эль Примус, что ты себе позволяешь? Самый наглый Эль Примус на районе идет. Ему пофиг на троих противников и забивает гол. Ты вообще не человек, ты робот. Ух, Барри чуть не поймал Джин. И теперь он убегает от него. У него вообще очень мало хп. По нему попадает течка, у него 24 копейки. И тут еще ЕМЗ подходит. Каким-то макаром он убивает Джина. Сам умирает, но появляется напарник. И это победа. Ребят, давайте вместе поаплодируем этому Джину. Подстава века. Хватает Розу и просто на ульту динамайка. Сейфики! Вы посмотрите, Эль Примус прилетает с ультой, поджигает сейф. У него остается 380 хп, чуть ли его не спалил. И теперь команда идет разносить команду противников, потому что они тупят, идут по одному по очереди и сливаются. Та-дам! Блин, знаете, это даже немного обидно, когда у тебя вся команда рукожопов. Тара дает пас Барли, Барли дает Чику, запутывается в мяче и сами забивают себе гол! Смотрите внимательно за нашим Леонтием. Он сражается против Бо. Тут вообще очень потная каточка наступает. И выживает с 3 хп. 3 копеечки вообще. Еле-еле выжил. Его спалила Тара. Идет такая жесткая. Думает, все, тебе, чувак, борода. И реально вырубает его. Думает, ой, убегу-ка я от робота через яд. А там подстава от Бо. Это просто жесть. Шелька еле делает ноги от Леонтия и Джески, потому что она одна, их двое, типа, чё, кого нужно ждать напарника? Появился напарник, взял, слился. Она собралась силами, собралась ультой, выходит и начинает всех разносить, но практически умирает, потому что ее еще мочкарила Чурелька, ё-моё. Очень обидно. У команды противников есть Макс, собирает последний кристалл, начинается обратный отчет и убегает от команды синих с одним хп. Остановись, говнюк, остановись. Вы представляете, с одним хп убежала. Вы понимаете, Бибихи вообще без разницы, сколько у вас банок. Вот у Бибихи 2 банки, у Макса 9. И шо, взяла и вырубила на изи. На-на-ра-на-ра-на-на-на, ультую я фиг знает куда и убиваю вообще левого человека. Это принцип работы ульты Бибихи, отвечаю. Все вместе делаем фейспалм. Бибиха дает пас Пэм, а Пэм вместо того, чтобы забить гол, промахивается. Знаете, не только Пэм умеет косячить. Роза, а ну-ка покажи мастер-класс. Во, вот это я понимаю, вот это хорошо. Самый большой прикол этой ситуации, что против Динамайка играют дальники, Шелька и Кольт. У них по 12 банок! Но каким образом они не смогли их вырубить? Я не понимаю, как это вообще возможно? Шелька, у тебя 17 банок было, ну ё-моё! Шелька, беги! Беги! Против нее 2 противника, у которых по 13 банок! Что делать? Как их вырубать? У нее остается 400 хп, она практически убегает через яд. Ее все окружили, все, ей борода, она умирает, но успевает появиться напарник. И это такая же Шелька. А-а-а! Всем борода, просто разносище. Давай, Мортис, мы в тебя верим, забей гол! Блин, не получилось. Подходит Бибиха, делает растычечку, заряжает ульту, ультует. И вы только посмотрите на красоту. Дэри уберет мяч, и его мочкарит ульта. Это Галейра! Ну, а здесь можно просто сказать красиво. Сейчас очень четко ультанет Динамайк и Дэрил. Смотрите, 2 ульты, расталкиваются противники и гол. Быстро, ребзя, напишите в комментариях, кто из вас хотя бы раз так спасал ворота. Дэрил дает пас к воротам, прилетает ворон и спасает.
В ближнем бою Спайк, мне кажется, разнесет практически каждого. И вот смотрите, у Карлитоса остается всего лишь 4 копейки. 4 копейки! Он еле как выжил. Убегает, у него опять остается 30 копеек. Просто он же второй раз еле как выживает. Делает ноги и просто спасает свои булки. Не, ну серьезно. Как можно не вырубить Барли? В ближнем бою. За ПМ! То есть, это, в принципе, практически физически невозможно, но Барли оказался слишком крутым. Просто слишком крутым. Понтовщик Булитос. Короче, смотрите, до конца каточки остается там 6-5 секунд. Бул стоит, думает, просто по приколу дам пас в свои ворота. Все равно время закончится и забивает гол. До конца каточки остается 5 секунд. Команда красных наваливает по воротам. Макс еле как отбивает первый удар, второй удар. И время вышло. Здорово, тиммеры! Короче, сейчас Дэрио покажет мастер-класс, как нужно выживать даже в яде. Он улетает в яд и стоит в нем. Команда противников стоит, такая думает, что делать. Давай мочкариться. Начинают друг друга мочкарить, улетают то в яд, то еще куда-то, и умирать. И Дэрио вышел в яде! Смотрите, Дэрио думает, все, сейчас сделаю ноги, убегаю. Но пружина говорит, сюрприз, дружище, иди сюда. Так, снова Дэрио, жесткая команда противников, там у Динамайка 14 банок. Но они как-то просирают против робота, Дэрио ультует и Изи делает победочку. Да. Вы правильно поняли, сейчас они затимятся и будут под метеориты. Но 8 бит же медленный, и метеорит просто его вырубил, это угар. Гарри! Я понимаю Булитоса, я бы тоже боялся Шельку. Неважно, что у нее на 8 банок меньше, у нее же есть ульта, и ей вообще все по барабану. Просто изи разнос. Шеля, читер, Вася. Один Карлитос, против него Булитос и Пенни. Сражается за мяч, у него остается 250 копеек, он успевает дать пас, его вырубают. И это супер непонятный Галера. Бибиха, здрасте. Мы уже поняли, что будет. Ульта заряжена, есть спайк. Четкая ульта, четкая прекрасная ульта. И минус спайк. Ребзя, но сейчас музыкальная пауза.